my friend, you today train me training? Yeah, yeah. He need fight one more time. He from London, live here. He's good fight. He need every day training 30 minutes. По 28 ноября проходит Дубай фитнес челлендж по инициативе шейха Хамдана. Каждый должен заниматься хотя бы 30 дней, независимо на работе или дома, или где-то на пляжу. И обязательно после 30 дней это войдет вам в привычку. Вау, Дубай is number one city in the world. This is a very nice city. I'm 1 year, 10 times minimum I come to Dubai for holiday. We're going to try acai or acai, something like this. It's good after training. Islam told me this very nice something here. I try now. After my fight, I really want to come to Dubai, stay here. Minimum 2 weeks. So is this your first time diving? Это мой не первый прыжок, из-за этого я такой спокойно более-менее отношусь. Есть пацаны рядом на суете сидят. Первый раз, когда приезжал сюда, было там волнение, я думал прыгнуть, не прыгнуть. Как-то вот так, а сейчас у меня спокойно. Такое волнение было, как я не знаю, вот сейчас мне самому интересно, эти чувства будут у меня или нет. И, конечно же, адреналин просто зашкаливает. Именно вот когда первые твои прыжки. I'm so scared. I think now. У нас есть замена. What happened? Please ask him. I told you what happened. I'm scared though. Is there a way for you to convince our friend Zubaira here to jump with us? Я думаю, шансы очень-очень маленькие там. Боец, Зубаир, ты дерешься с людьми клетки. Как ты можешь парашюта прыгнуть бояться? Драться я не боюсь, но высоты я боюсь. Вот единственное в жизни, что я боюсь, это высота. Это просто, чтобы ты свои богатства не хочешь здесь оставлять. Завещание напиши и прыгай. Are you ready for skydiving? How many jump you have? Me? 15,000. But I'm jumped for 30 years. You're good? Me? Yes. I'm good, I have a camera, no problem. I'm not jumping him, I'm just getting a photo. We need to watch a little movie. For safety, for briefing. Здравствуйте! Добро пожаловать в Skydive Dubai. Что вы сегодня здесь делаете? Ну вот, решил второй раз прыгнуть с парашютом. Первый раз были незабываемые ощущения в ожидании второго прыжка. Повторить? Да. Какие-то приветы родным и близким будете передавать? Ну, я надеюсь, как приземлюсь, как приеду, передам всем привет. Все расскажете, да? Ну хорошо, все инструкции получены. Вы готовы к полету? Да. Полетели? В ожидании. Далее. We'll be right back.
brother. Very good to see you, brother. What's the experience? Нормально, четкие ощущения. Я думаю, кто боится прыгать, стоит один раз попробовать, и все. Есть инструктора, которые по 10 тысяч прыжков, по 15 тысяч прыжков они делали. Так что, если кто-то прыгает 15-20 тысяч раз, вы хотя бы один раз должны это попробовать. That's it. Давай, вам кушать, да, когда? Добрый день, мы находимся в Дубайский район Хатта. Здесь очень интересно. Мы только что стреляли с лук и кидали топоры. Дальше сейчас дальше идем. Дальше будем соревноваться с исламом. В общем счет у нас пока 1-1. Здесь очень интересно, если честно. Вау! Десятка! 10, look! Так, да? Я дальше вот так ножки дал вот так. Сейчас я и Зубаир выберем себе лошадей, покатаемся, пофоткаемся, просто хорошо проведем время. Next time when I come, she remember me 100%.
into the wind. So what you notice on the bird's heads, that's what we call the hood. Now obviously hood comes off and your falcon always takes off into the wind. Same as the airplane. Gives a more natural lift. Короче, меня вместо нее послали. No, next time I come to my with my wife. Okay. Roka salad, hummus, kibbe. Salad? Yep. It's okay. Сейчас находимся в Quranic Park в Дубае. Как раз я здесь выступал, тренировался недавно, можно сказать, вчера. И заодно захотели приехать посмотреть. В таком удивительном парке здесь разных основные растения, которые здесь находятся и которые не растут в арабских странах. Они со всего мира собрались здесь, говорят, ну, так нам объяснили. Сегодня побывали в таком прекрасном месте, в парке, где каждый человек может прийти и просто познакомиться с религией, ислам чуть ближе. Я думаю, дальше еще будет интереснее.